Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даласка. Сегодня на этом замечательном аккаунте я буду открывать 408 неоткрытых наборов. Много кто путает меня с ним, думая, что это я, но это мой братишка. Я его знаю где-то года 4, если даже не больше. И я даже собрал на его аккаунте свой старый официальный сет. Открываем неоткрытые наборы. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! А перед просмотром этого видео рекомендую вам гильзию под названием Stay Close. Эта гильзия 4 уровня имеет 3 миллиона 200 тысяч очков славы. Если ты хочешь в нее вступить, то от гильзии ты получишь. Они каждую неделю набивают комнаты, тренировки каждый день по 2-3 комнаты, а также они играют КВ и зарубы. Критерия вступления в эту гильдию: если ты мальчик, то тебе нужно в рейтинге иметь 4 ОС и 2000 среднего урона на 80 матчей, и в ранге, или в ранге 2 и 3 КДА, 2000 среднего урона также на 80 матчей. Если ты девочка, то в рейтинге нужно иметь 2 ОС, 1000 среднего урона на 65 матчей. Либо же в ранге 1.8 КДА, 1080 среднего урона на 60 матчей. А также в гильдию можно вступить через СНС или через ультиматум. Если ты заинтересовался, то пиши офицеру, лидеру, либо заму по ссылочке в описании. Давайте посмотрим, как изменится его аккаунт. У него сейчас 1098 торсов. Получается, если мы откроем 400 наборов, 408, но 100 пудов у него будут тут какие-то повторные, но я думаю, что 1400 торсов мы заделаем. Все вы помните, что когда я открывал наборы на своем аккаунте, я сказал, что если я открою абсолютно все, у меня будет 1416 торсов. Давайте посмотрим. Он тоже олд, он тоже выбивает, собирает абсолютно все ивенты. Посмотрим, сколько на его аккаунте можно заделать торсов. Многие могут не поверить, но он в свой аккаунт вложил очень много средств. И я вам так скажу, что на вложенные средства можно купить новую Камри. Он очень много задонил за все время игры. Поверьте мне, это так. Вот такой вот у него замечательный аккаунт. Кстати, как вы думаете, хотите ли вы видеть обзор на его аккаунт? Потому что это один из самых жирных аккаунтов в СНГ. Я не буду показывать, сколько у него оружия, сколько тут всего, но я хочу, чтобы вы написали в комментариях, хотите ли вы видеть обзор или нет. Вот, приступаем. 408 неоткрытых наборов. Соответственно, у него там будут всякие повторочки, но каждый неповторный набор мы сегодня откроем. У него было 1098 торсов. Приступаем. Один уже открыли. Открываем второй. Также мне интересно посмотреть, сколько останется неоткрытых наборов, сколько у него повторок. Этот не повторка, открываем. Дальше это повторка, не повторочка, открываем. Дальше повторка, не повторка. Кстати, балдежный наборчик. Идем дальше, это не повторочка, открываем. Так, это тоже не повторка, открываем. Тут сейчас самое главное ей не сбиться и не открыть то, что повторное. Вот этот замечательный наборчик тоже открываем. На девочку тоже открываем. На пацанчика у него два набора, один еще останется на складе. Вот это я не знаю что, но давайте это не будем трогать, это все оставим. Так, фиолетовый, не повторочка, открываем. На базу еще один, и у него два вот таких вот наборчика остается в коллекции. Дальше скины на двойные юспы и обычный юспик забираем. Вот такой вот замечательный набор. Он почему-то идет без анимации. Тоже давайте заберем. Так, это оставляем. На девочку вот такой вот открываем. Вот такой вот на пацанчика открываем. Тут, кстати, интересный грим. Дальше это что такое, я не помню. Забираем.
Это тоже забираем. Это тоже открываем. Так. А сколько у него вообще? Почему наборы не открытые, не уменьшаются? Именно на цифра. О, вот это балдежный наборчик. Открываем. Дальше. Вот такой вот инкубатор на базу. На девочку тоже на базу. Так, это повторочка. Это не повторочка. На базу. Рэмпейдж вот такой вот желтенький. Открываем. Дальше на девочку неповторный. Открываем. На пацанчика открываем. Ой-ой-ой. Мне кажется, еще никто на Ютубе... А, ну Данред, может быть, на каком-нибудь аккаунте открывал очень много наборов, но чтобы было открыто больше 400, я еще нигде не видел. Но, опять же, я не знаю, сколько у него повторных наборов, но, мне кажется, более 300 мы сегодня откроем точно. Вот это я не знаю, есть ли смысл открывать или нет. Давайте это оставим. Если он захочет, он откроет. Дальше, вот такой вот женский красиво открываем, потому что сегодня у нас задача открыть именно наборы, а не там всякие скайджеты, эмоции и все такое. Ну, юспы мы забрали только из-за того, что они нужны в ранге в бо. О, смотрите, как у него теперь все это вместе красиво смотрится. Дальше вот это тоже открываем. Дальше инкубатор. Вот это мой самый нелюбимый инкубатор, потому что это на желтый и красный набор я потратил 15 тысяч алмазов. 15 000 за два набора. Это было очень печально и грустненько. Дальше вот такой вот женский тоже забираем. Мужской забираем. Дальше... Это уже, опа, это какой-то пропуск, даже старенький. Так, вот такой вот женский тоже на базу. А дальше, это повторки две, скорее всего, да. Это повторочка, повторка, повторка. Вот это редкое все оставим, открывать не... О, как он забрал это в наборы? Ля, красавчик. Я не смог этого заделать. Так, бандит, марионеточка, это все повторочки, хорошо. Все легендарные у него остались как повторки. Поэтому переходим к фиолетовому качеству и открываем все неповторные наборы. Я очень сильно надеюсь, то, что 1400 торсов мы сегодня сделаем. Потому что, как я уже и говорил, это... Этот игрок, этот владелец аккаунта, тоже, как и я, собирает абсолютно все ивенты, все джекпоты, инкубаторы и так далее, все события. И мы прямо с ним частенько соревнуемся, у кого больше наборов, у кого больше там скинов на оружие, у кого больше сотеночек, у кого больше торсов и всего такого. Но после этого видоса мне нужно будет парировать и открывать все свои неоткрытые наборы. Но я это заделаю только тогда, когда накоплю. Я обещал, что открою на 600 наборов, но я решил открыть на 555. Все наборы на мужика, которые у меня... А, вообще все наборы, чтобы у меня прямо было очень много торсов. Я открою все неоткрытые наборы, как у меня будет 555 неоткрытых наборов. Он вот этот даже держался и не открывал. Ну да, у него есть кроссы и курточка, но кепка, маска и штаны, они капец как нужны, поэтому мы откроем это все. Также не забывайте писать в комментариях, хотите ли вы видеть обзор на этот замечательный аккаунт, потому что, честно говоря, я уже устал открывать это все. А мы даже не перешли к обычному фиолетовому качеству, чтобы просто начать это открывать. Еще меня немножко раздражает то, что нужно каждый раз... листать вот к этому новому набору. Почему нельзя, чтобы это все оставалось вот в таком вот положении и сразу же открывать все то, что нужно? Ну, зачем это все? Зачем это делать? Зачем меня мучить?
Почему разработчики не думают до тех, вот, у кого много повторок сверху, но им нужно открывать наборы, которые снизу? Почему? Опа, чуть не открыл, хорошо, вовремя заметил. Так, дальше у нас идет вот этот неповторный, дальше идут три наборчика с инкубатора. Открываем так, и еще четвертый финальный, зелененький. Дальше, о, кстати, я уже предвкушаю то, что когда мы с ним пойдем записывать какие-нибудь видосы или что-то типа такого, или он захочет поменять свой сет, ему придется листать на 300 торсов больше, чем обычно. Не, ну в принципе, меня тоже это в скором времени ждет, поэтому что мне смеяться. Ну и плюс, это круто иметь больше 1000 торсов, это во-первых, а во-вторых, ну, таких аккаунтов на регионе в натуре единицы, чтобы олды еще и не забрасывали игру, играли с самого начала, донатили, забирали все ивенты, таких игроков в натуре осталось единицы, потому что олды есть, они играют, но там всякие инкубаторы, они забирают только по вкусу, то, что им понравилось, то, что им не понравилось, они не забирают. А вот такие люди, как я и вот владелец этого аккаунта, мы забираем абсолютно все ивенты. Вот вышел новый инкубатор, да, мы его забрали. Вышло там какое-то колесо фортуны, мы его забрали. Даже если нам не нравится набор, мы его забираем. Ну, потому что это как бы, ну, в коллекцию, все вот так вот, чтобы было замечательно. Так, это какой-то уже пропуск интересный пошел. Дальше вот такой вот симпатичный наборчик. У него еще все наборы BTS. 7 штук и в них открытых. Я не могу это открывать. У меня реально сердце обливается, когда я вот это смотрю. Нуля, камон, смотрите. А, у него вот это выпал даже на халяву. Замечательно. А, о, где? А, 2 у него есть. Повторных. Прикольно. Так, давайте откроем фиолетовый, потом откроем Джокера. Так, этот у него повторочка, это мы 2 не трогаем. Вот этот открываем. Дальше вот этот тоже открываем, это не повторочка. Потом розовенький тоже открываем. Так. Вот этот, пошло-поехало. Мне интересно, а сколько еще открывать? 294. Мы даже половину не открыли, я уже устал. Жесть. Хорошо, продолжаем. Вот это все идем, вот это все открываем. Ох. Слушайте, может быть, вы вторую часть посмотрите, как я все это буду открывать, потому что я, честно, уже устал. Ну ладно, давайте посмотрим, насколько это видео выйдет. Может быть, в натуре раздербаню это все аккуратненько на две части, потому что это капец. Там еще открывать и открывать. Так, где мы тут остановились? Вот это все хорошо. Так, вот это тоже пропуск, это вроде бы летние пошли 2022 года, если я не ошибаюсь. Вот этот замечательный наборчик, потом вот этот женский, кстати, тоже симпатичный, вот такой замечательный тоже открываем. Дальше... Вот такой вот замечательный. Дайте уже повторок, пожалуйста. Я устал. Не, я реально устал, потому что это сложно. Если бы наборы шли по порядку и просто вот так вот их тыкаешь и все открываешь, то это базару ноль. Это не сложно. Но когда тебе нужно вот так вот после каждого набора листать и открывать, то это уматывает. Я вам вот так это скажу.
Но одно меня утешает, то что снизу должны быть наборчики, которые у него повторные. О, вот этот беленький, кстати, топовый набор. Я жалею, что я его не забрал. Дальше, вот такой замечательный тоже открываем. Следующий у нас что? Так, женский наборчик, потом мужской наборчик. Потом у нас идет какой-какой. Вот такой вот женский. Потом у нас идет вот такой вот мужской. Так, вот такой вот женский еще один. Вот такой вот мужской. Это два алмазных джекпота были, если я не ошибаюсь. Так, вот этот вообще пушечный наборчик. Открываем женский. Открываем мужской. Замечательно. Дальше, это повторочка. Хорошо, что не открыл. Дальше идет пропуск на девочку, пропуск на мальчика. Потом он, вот как он прям выдержал и ничего все это не открывал. Прям красавчик. Мое уважение. Дальше идем. Так, это все повторочки. Хорошо. Белла Чао тоже открываем. Потом вангую вот это. Нет, это даже не повторка. Понял, понял, услышал, хорошо. Так, дальше у нас идет инкубатор, три наборчика, замечательно. Они повторными быть не могут, поэтому спокойно их открываем. Так, 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 ага, где? А, видимо, все, уже открыли эти инкубаторы. Хорошо. А, фух, чуть опять не открыл, хорошо. У нас идет потом вот эта повторочка, это не повторочка. Открываем. Дальше вот такой вот тоже замечательный ивент, что на пацана, что на девочку. Шикарные бело-красные наборчики. Вообще вот сейчас я открываю и смотрите, да, обычно один набор во Free Fire оценивается от 1,5 до 2000 алмазов. По сути, вот так вот дзынь, 2000 алмазов. Потом идет вот так вот дзынь. Ну, это пропуск, хорошо, это подешевле. Опять же, пропуск. Открываем. И вот так вот дзынь, 2000 алмазов. Неплохо, да? Дальше, опа, пошли повторочки, повторочки закончились. Так, это три повторки было, это не повторка, инкубатор открываем. Дальше, что у нас тут? Так, это все повторочки, повторочки. Опа, пошли повторочки, отлично, это не повторочка. Так, дальше повторка, 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 повторка. Хорошо идем, хорошо. Так, ну, пропуски мы открывать не будем. Это не повторочка. Заканчиваем уже, да? Тут все были повторки. Так, это повторка. Ага, я понял. Открываем. Дальше. Вот это не повторочка. Окей. Потом вот это. О, у меня, по-моему, даже повторный. Так, а, это закуп, то есть нет, я ошибся, такого повторного не может быть в игре. Дальше алмазный джекпот тоже открыли. Дальше набор Моко. Ну, по сути, его можно купить в магазине и обратно добавить на склад, если он захочет. Вот это тоже замечательный набор, где просто великолепный плащ. Дальше футбольную форму открываем. Так, водолазочку такую тоже открываем. А, потом у нас идет вот такой вот женский прикольненький тоже, но своеобразный на любителя. Дальше вот такой вот замечательный набор тоже открываем. Потом у нас идет вот это все открываем. Дальше это все. Опа-опа, два набора нужно открыть, они не повторные. Вот этот и вот этот тоже открываем. Потом у нас что идет? Вот эти три тоже нужно открыть. Окей. Дальше, ага, вот этот тоже открываем.
Я понял, вот эти наборы неповторные закончились. Пошли новые фиолетовые, до которых нужно еще дольше листать. Я понял, хорошо. Так, вот эти, ага, вот этот тоже мы давайте откроем. Потом откроем вот этот. Кстати, вот это просто пушечный наборчик. Я не понимаю, почему в нем не играют. Дальше вот такой вот замечательный тоже откроем. Потом откроем, где у нас вот это все повторное. Хорошо, на девочку вот этот откроем. Потом мы откроем вот этот. Дальше на мальчика. Рискинчик, по-моему, я не помню, откуда он был, но тоже откроем. Вот этот замечательный тоже откроем. Ох, так, вот этот симпатичный тоже на базу. Дальше вот этот беленький. Ну и там вроде бы должно уже чуть-чуть остаться, да? Так, золотые джекпоты. А, я прям перелистал, да? Хорошо. Вот этот открываем. Потом... Ой-ой-ой, что-то я опять слишком сильно разогнался. Вот этот открываем. Потом лутбоксики. Вот эти открываем. Дальше... Так-так-так, это все. Наборы вот на эту девочку давайте откроем. Дальше, что у нас есть? Вот этот наборчик откроем. Так, что? Что? О! Почему я не помню, что этот набор был у нас на регионе? Почему-то я был уверен, что у нас его не было. Вот этот замечательный тоже открываем. Так. Ну все, давай, закончитесь, пожалуйста. Сколько тут еще открывать, мне интересно. Ой, ой. Ошалеть. Вот с этого я кайфанул. Так, зачем считать? Давайте открывать все то, что надо. Так, добьем уже все это в этом видео. Я не знаю, какая это часть, возможно, и вторая. Возможно, я решил... раздербанить это замечательное видео на две части. Такое тоже может быть. Так, ассасинчика откроем. Дальше, что у нас тут? Где? Вот этот замечательный наборчик тоже открываем. Дальше, вот этот на базу. Потом, опять же, каждый набор оценивается примерно в 1500-2000 алмазов. Ох, открываем. Открываем. Тоже все, это все нам нужно. Все вещи, которые считаются в торсах, мы открываем. Так, вот этот, ага, вот эти два. Хорошо. Дальше. Это все мы оставляем. Это все повторные. Не повторные, открываем. Потом. Что у нас идет? Вот этот прикольненький, тоже на базу. Дальше. Под птицей, как я понял, все, что осталось, все не открытое. Опа, вот это замечательно. У него, кстати, еще один остается на складе, не открытый, шикардос. Так, чуть вот этот я не... Ага, у него тут тот... Ну, ради кроссовочек и штанишек нужно было это все открыть. Дальше, это все повторное, отлично. Так, вот это неповторное открываем. Потом мы открываем какой. Опа, вот этого тоже надо. Потом вот какой-то из этих. Вот этот был неповторный. Дальше. Ага. Так, повторка. Хорошо, откроем. Там тайный магазин, вот этот красненький. Я могу предполагать, что это повторка. Да. Повторочка. Хорошо.
Хорошо. Ладно, открываем инкубатор. Дальше идем. Так, где мы тут закончили? Где-то вот тут. Нет, чуть пониже. Так, вот офник, повторочка. Открываем. Дальше, где у нас что осталось? Вот где-то вот тут. Все, нет, чуть пониже, вот это. Так, повторочки, хорошо. Хорошо. Открываем. На базу. Дальше у нас там еще какой-то солдат был на девочку, вот этот. Ну, торс тут отображается, поэтому 100% это все нам надо. Дальше, опять же, где-то вот тут мы остановились. Повторочки, повторочки. Хорошо, хорошо, хорошо. Окей. Повторочки, ой-ой-ой. У меня уже затекла спина. Это просто... Уф, капец. Так, наборчики вот эти. Ну... Хо-хо-хо. Кстати, это что? Карта элитного пропуска. Почему бы и нет? Дальше у нас осталось. Ну, в принципе, вот эти все футбольные мы сейчас откроем. Это не повторное. А, вот это мы трогать не будем. Ну и все. Осталось, финальный штрих. Все футбольные наборчики. Вот эти с футбольной формой. И довольно на-таки много повторок у него осталось. Мне кажется, около соточки повторок у него осталось. Вот я прям почему-то думаю, что это так. Но я думаю, что 1400 торсов мы 100% заделали. Я прям почему-то в этом уверен. Так, вот эту шикарную тоже открываем. Потом. Вот эту тоже на базу. Ну, тут просто уже можно вниз после каждого открытия листать и открывать любой из того, что осталось. Листаем, черную не трогаем, зеленую осталось 3 либо 4 набора. Всего лишь. Так, черную, белую тоже не трогаем. Эту открываем. Девушку. Листаем. Так, эти две не трогаем. Все, два набора осталось. Финальный. Мы это сделали. Теперь надо проверить, вдруг мы что-то упустили. Но я так все пристально. Легендарки точно нет. Я мог пропустить где-то вот тут вот какой-нибудь наборчик и оставить его не открытый. Да, я видел, там у пингвиненка была шапочка, которая отдельно. Но мне кажется, она ему не нужна. Плюс мы торсы же копили, чтобы заделать 1400 торсов. Сейчас мы вот так вот все протыкаем. Каждый наборчик мы должны были открыть. Так. Да, мы все открыли, абсолютно все. Да. О, да, мы открыли абсолютно все. И нет, стоп. Торс есть, все. Итак, барабанная дробь. 1330 торсов. Ну, просто посмотрите. Офигеть! Я листаю, они не заканчиваются. Просто я в шоке. Я реально же, но в шоке. Осталось 176 наборов, и все они повторные. 1330 торсов. Вот такой вот результат у нас сегодня в видео получился. Огромное спасибо моему братишке за то, что он предоставил свой аккаунт, за то, что разрешил мне открыть. Получается, давайте посчитаем. 408 минус 176. Так, 408 минус 176. 232 набора мы сегодня открыли. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока и да пребудет...
И да пребудет с вами скилл.